сосновый, аж 7 разъемов. Это у нас сгоревший. Но они одинаковые. В основном горят, потому что вот эти контакты сильно слабые для токов. То есть начинает гореть сам контакт и по проводу дальше оплавляется. Это керамика. То есть тут гореть нечему. Это старый оригинальный разъем. Он здесь тоже начал плавиться. То есть, собственно, поэтому приходится менять. Что, поехали. Ну все, вот мы припаяли. Кембриком закрываем наше место пайки. Лучше, конечно, использовать термоусадку. Но термоусадки у меня нету, поэтому обычно... Ну, в общем-то, все получается. Вот у нас два места заизолировано. Для надежности можно, конечно, еще изоленту сюда мотануть, но мы этого делать не будем. И вставляем разъем на лампочку. Все. Вот у нас наш ремонт разъема H7. Все, закрываем крышку. Идем ставить фару на место. Ну вот, наша фара работает. Все. Все, ремонт окончен.